Дамы и господа, электролюкс, новые технологии. Это, друзья, это умный котелок, очень умный. Тут даже есть Wi-Fi, друзья. Это означает, что вы можете этим котлом управлять прямо из дома. С Москвы, с Нью-Йорка, ну у кого какие потребности. То есть он через Wi-Fi, через сеть интернет, по приложению может управляться котлом. То есть вы можете его включить, выключить. И он все ошибки вам должен якобы присылать. Но походу, если написано смарт, это значит, что это котелок умный, как и смарт-телевизор. Так, все, да, по нему. Здесь 80 литров. Здесь сенсорная панель, походу, да? Не, не сенсорная, здесь кнопка. А, да, сенсорная панель, без кнопок, друзья. Сенсорная панель. Сколько он стоит? Сколько он стоит? Под 30. Под 30? Ну, короче, котелок мощный, да? Называется Smart Tele Technology. Короче, вообще крутяк. Скоро вообще будет через интернет. Будем мыться, принимать душ прямо через интернет. Так, друзья, стандартная обвязка. Вот нагревателя, байпасный узел, сливной кран, воздушный кран, запорный кран, второй запорный кран. Так, запись пошла. Ну что, запускаем котелочек. Значит, друзья, то вы что? Нет, вы что? Значит, объясняю. Прежде чем включить котелок, нужно открыть кран горячей воды где угодно, в раковине или же там. Вот давайте откроем горячую воду, кран горячей воды, чтобы из него, и из него не должно ничего быть. Вот, все. Открыли кран горячей воды и потихонечку запускаем вот этот кранчик. Потихонечку, потом вот этот открываем. Все. Все, друзья. И ждем, ждем, когда из того крана польется ровной струей вода. Если вы этого не сделаете и врубите котелок, конечно, он сработает там по защите, наверное, но этого делать не рекомендую глубоко. То есть сейчас 80 литров как заполнится. У нас как, друзья, работает этот котелок? Вообще все котелки. Вот здесь сразу поступает вода снизу. А выходит она, вот горячая вода, вот эта красненькая хрень, там проходит трубка. И она проходит вот до сих пор. То есть, как только вода нальется, полностью заполнится. И только тогда горячая вода через эту трубку польется обратно и на водоразбор. Поняли, да? Так вот, сейчас мы подождем, пока... Да, хватило бы воды в колодце. Сейчас мы... Сейчас, как только польется вода, все, закрываем кран, друзья, и включаем котелок. Все, тут без вопросов. Так, пока ждем. Также, друзья, и сливать его. Значит, выключаем насосик. Открываем вот этот кран байпасный. Вот это вот обратный клапан. Обратный клапан плюс по избыточному давлению. 7 атмосфер, если будет, отсюда стрельнет вода. Но 7 атмосфер у нас никогда не будет, так как насос дает только 3,5. Даже при нагреве горячей воды, пусть на 1 атмосферу у нас увеличится, то будет у нас, значит, 4,5, но никак не 7, отсюда ничего не стрельнет. Вообще-то я настоятельно всем рекомендую, вообще он здесь нахрен не нужен, так как у нас есть гидроаккумулятор, но все равно все отзывы у нас категоричны. Обязательно нужен обратный клапан и подрывник вот этот. Мы его ставим, друзья, мы его ставим, но хотя он, еще раз повторю, нахрен прям не нужен здесь. В этой системе, где есть гидроаккумулятор, весь удар на себя примет гидроаккумулятор. То есть разрыва котелка не произойдет. Быстрее вот здесь вот шар лопнет, чем вот этот котелок. Ну, в принципе, вот так. Сейчас мы ждем. А, о, так и не дорассказал. Значит, чтобы слить котелок, открываем сливной кран. Немножко подождали, в районе минуты. Все, открываем вот этот кран. Здесь дырка, друзья. Этот кран вообще идет в никуда. Этот кран открываем для чего? Чтобы сюда поступил воздух. Пошел по трубке вверх, туда подал воздух. И сразу же вода у нас уровень резко падает. И если мы этого не сделаем, здесь создастся вакуум, будет падать столб воды. Падать, 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 где-то на 1/3 упадет, здесь вообще вакуум будет. Все, вода у вас с котелка полностью не сольется. Так, друзья, вот это надо обязательно учитывать. Так, ну что там, не полилась? Бля, может, колодца вода кончилась? 3 атмосферы держит. Пошло, да? Да, так. Да. Вот смотрите, друзья, у нас пошла водичка. Так. Вот зря вот эти все сетки сейчас забьются. Потом их надо открутить и промыть.
Так, все, горячая вода у нас есть. И только теперь, леди, дамы и господа, мы включаем в розеточку котелочек. Так, давайте проверяем. Все котелки идут с УЗО, уже готовые. Так, врубаем. Не лезет? Так, ну все, теперь нажимаем кнопку пуск, но он не работает почему-то вообще. Да здесь там этот Wi-Fi, бля. Ну-ка, стоп. Так, проверяем, вот УЗО. УЗО работает, все срабатывает, все отлично. То есть напряжение на котелок реально подается. Давай почитаем включение котелка. Друзья, мы ставим первый раз такой котелок крутой, Wi-Fi. Или нет? Ставили мы когда, нет, такие? Занулся Wi-Fi. А, занулся Wi-Fi, да, точно. Но Электролюкс не ставили. Это последняя модель. Экономим электроэнергии до 25%. Так. Вообще жестко, блядь. Так, электронный анод. Эффективно. Первая кнопка включения. Во, все, включилось. Это ты что сейчас сделал? Включил. Просто нажал. Вот это, да. Вот это, вот. Так, 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 стоп, 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 стоп. Так, друзья, определяемся сейчас, чтобы не отсвечивало. Вот так вот сделаем. Так, выбираем язык русский. Окей. Правильно? Да. А, окей, вот здесь надо. Так, год. Вот у нас какой. 21-й. Ой. Вот, 21-й год. Окей тоже. Окей. Так, месяц первый. Окей. Дата число. У нас. Дата у нас сегодня что? 16. В какой? 19? А, 19. Так, 19-е. Окей. Ну, это для интернета. Ну, да, да. Часы это хрен с ними. Это, минуты это, хрен с ними. Так, все, смотрите, друзья. Ну, вообще шик и блеск. Да, блядь, отсвечивает. Так, у нас, значит, сейчас на борту 8 градусов. И Wi-Fi не подключен, потому что NF. Ну, да, да. Вот здесь стрелка. Так, далее мы что тут делаем? Я вот этого не пойму. А, вот управление целевая. Вот 56 градусов. Мощность, значит, у нас... Так, мощность нагрева, так? Ой, тут вообще 700, наворочено, да, блядь, там пиздец. Три вида нагрева. Ё-моё, блядь, да тут конкретно. Оу. Быстрый нагрев есть какой-то еще. Я понял, но тут надо, в общем, это... Разбираться. А вот, маленький лов, ну, потом да. Средний и турбо, турбо, ну, да? Ну вот, на среднюю ну, ставим. Да, да, да. Окей. Так, окей. Все. Да и все, больше не надо. Ну, короче, вот так вот. Вот такой, друзья, котелок. Супер-пупер. Вообще крутяк такой экран. Я первый раз вообще вижу. Их, видим, только начали выпускать. Потому что ставим, мы уже работаем 20 лет. Но такого я еще не видал. В общем, вот так, друзья. 7 градусов. Котелок у нас греется. Целевая у нас температура 58. Мощность средняя. Здесь и часы, в общем, и будильник. Блять, и что тут только нет. Ну, вот такой вот обзорчик котелка. Друзья, Электролюксы. Будет просмотров, наверное, около 30 или 50 тысяч. Наверное, можно копеечку мне кинуть за рекламу вашего вот этого чуда, блядь, аппарата. Я просто вас прошу. Но не настаиваю. Так, ну ладно, друзья. Так, ну все, друзья, будем заканчивать.